Друзья мои, мы были в Юзбире, и сейчас я вам покажу, что мы купили. Давно вы не смотрели моих покупок. Так, ну, естественно, мы купили яйца. Они стоят по 22 лиры. Я сама сегодня решила пойти. На улице так холодно, вы уже знаете. Так, откроем сейчас наши яйца. Я вам покажу их размеры. 20 штук, но вот такие огромные. Вы видите? Ну, а это стоит 22 с чем-то, 22,50, кажется. Отложим их в сторону. Так. Купили йогурт. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Купили, значит, грибы, по 5 лар грибы, 5 чем-то. Я не знаю, сколько здесь. Вот такой вот йогурт с узмей купили. Мне захотелось в таких маслин. Они с перцем, попробуем. Еще никогда не пробовали. Купила, значит, печень, упаковку и пупочки. Очень люблю я. Макароны. А что вот такие любят? Взяли курицу. Вот такой сыр купили. А я вот такие макароны люблю. Конечно, я сейчас макароны не ем. Я приготовила себе такой вкусный супчик, что только не положила туда. И гречку отварила сейчас. И у меня еще есть легкие отварные. Я день назад, кажется, отварила. Вчера не ела. Так, и вот такие взяли маслины. Можно открыть, посмотреть, какие они вместе с вами. Так. Мелкие. И попробуем на вкус. Обалденные. А сейчас попробую вместе с вами эти. У нас в доме все закончилось. Даже не все. У меня была такая цель. Все опустошить и сделать закупки. Но в итоге опять не получается. Почему? Потому что вот такие мы больные с мужем. Сейчас это попробуем. Такие они с перчиком. Обалдеть. Купили такие сладости. Вот такую муку. У меня сейчас много йогурта такого срок годности прошел, и я что-нибудь приготовлю. Кстати, я жду в гости кое-кого. Вы очень обрадуетесь. Ну, а я сейчас это все разложу и пообедаю. Кстати, забыла вам рассказать о ценах. Потратили мы 163 лиры. Значит, пакет стоит 25 копеек. Курица большая 25 лир, 24,17. Макароны по 3,60. Маленькая пачка сыра 7,50. Мука 7,75. Нормально, 2 кило. Йогурт 7,50, грибы 5,45, яйца 22,50. Ну, что это такое написано? Печень 8,34, была раньше 7,50. Видите, поднялись цены. Значит, желудки 8,84. И большой вот этот пенир, сыр. 21 лар. В общем, вот такие вот цены у нас тут. Цены все поднимается в цене потихоньку. Кстати, друзья мои, сейчас я приготовлю кекс. Очень вкусный, я надеюсь. Быстро-быстро сделаю, чуть-чуть буквально. И вам покажу в конце, что из этого получится. На глаз все. Если вы видели, как я все готовлю на ходу,
Жду гостей и очень спешу. Лишь бы не забыть, правильно, что все положить. Рецепт, придуманный мною. Будет вкусно. Так, сейчас я что делаю? Я добавляю сюда, у меня цитрусовая такая есть. Ух, вкуснятина! Кстати, сколько я апельсина выбросила со шкемом. Так, сейчас сухофрукты возьму. Знаете, какие возьму? Моя свекровушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тутовица есть. Также абрикосы. Кстати, у меня же есть абрикосы. Для чего, спрашивается, они у меня там? Сейчас я тоже это все использую. Все, бросаю туда. Бросаю сюда. Вот. Вкуснятина. Дай бог моя ныпчика стоит жизни. Интересно, сейчас, если я выпишу, в каком виде они. Посмотрите, в каком они виде. Их, кажется, надо в крахмале. А, ну вот так я так и сделаю. Немножко они мне подтают. Вот. И их нужно в крахмале обвалять. Это я точно знаю. Так, ну вот. Посмотрите, какая у меня смесь. Сейчас вместе с вами. Все на ходу, потому что гости должны прийти скоро на чай. Не буду просеивать, она высшего качества. Мне кажется, 2 стакана нужно. Так, мои дорогие, и что нужно, естественно, вместе с мукой разрыхлитель. Да, и забыла, надо же и ваниль. Вот видите, как я пеку? Вот так вот я пеку. Все быстро-быстро. Потому что некогда. Некогда. Гости скоро придут. Так, сахар положила, яйца положила. Мне кажется, все нужно мне самой будет кушать. Так, я сейчас помешаю, приготовлю и покажу вам. Вы слышите? Кекс в духовке. Я сейчас приготовлю тесто. Может, если понадобится, сделаю хачапури. А тесто приготовлю из йогурта тоже. Не свежего. Надо же все использовать. Молоко там есть еще. А такая я деловая, все. Что-то мне так поперло сегодня готовить. Покажу вам мой обед, который у меня нету времени до сих пор пообедать. Даже не хочется. Так, вот моя гречка. И вот мой суп. Туда бросила и 10 мантов. Видите, какой у меня получился. На оливковом масле и ПП. Так что вот, еда у меня есть сегодня. А шкему я не знаю, что я приготовлю пока. Сейчас замешу тесто для моих гостей. Тесто я тоже приготовила. Такое тесто, обалдеть. Сейчас оно мне постоит и потом буду готовить. Кстати, вот, Ашкем мне же сказал, что я не изучаю. Изучаю я. Еще как изучаю. Вот сейчас я увидела. Сейчас придет. Кто пришел, кто придет, кто придет, мой мальчик. Мальчик мой, ты меня узнал. Лаки, лакушенька. Мой мальчик, ты пришел ко мне, мой красавчик. Мираба. Мираба, хочешь, Герденис, мы так ждали тебя. Мы покрасемся. Да,
тебя сдали, заходи на Таню. Какой подарок ты? Подарок нам сделала. Подарок сделала. Раздевайся, давай. Не знаю еще, какой подарок. Потом как... А что скажет? Что он сделает? Будет плакать, мама? Да ладно, слушай. Лягинь, а ты почему ко мне не идешь, Лягинь? Надо именно вас и как чувствует, посмотри. Как чувствует он, да? Ну давай, раздевайся. А что он так вот к тебе только? Это кто здесь? Кто гавкает? Посмотри, у Светы какой стабилизатор, Света. Так, что я приготовила, друзья мои? Посмотрите, пирог с абрикосами, сейчас будем пробовать. И хачапури. Вот так вот мы. Такие гости у меня сегодня, дорогие. Дорогие гости у меня, посмотрите на нашего мальчика. Наталья тоже сниму красавицу. Наталья вообще, смотрите, цветет и пахнет. Наталья нам подарила Лаки. Лаки нам подарила. Посмотрим, как он с нами останется. Посмотрим, как останется с нами. Мой мальчик. Попугайчик. А сейчас подробно расскажу вам, что произошло. Наталья едет на экскурсию и на несколько дней решила оставить у нас Лаки. И посмотрим, как он отреагирует вообще, наш мальчик. Посмотрите. Лаки! Лаки! Лаки мальчик! Умный мальчик! Сначала, конечно, он ищет ее, Наталью. Так что, друзья мои, не знаю, как у нас получится, но вот пока мы... Со Шкимом с удовольствием согласились, потому что мы так любим этого мальчика. Да? Лаки любит Свету. Любит Свету. Но сначала, конечно, мои хорошие, он ищет Наталью. Но мы думаем, что мы справимся. Потому что мы его очень любим. Да, Динли. Отдыхай. Вот и все. Будем рассказывать и показывать, что происходит в нашей жизни. Посмотрите, как он меня любит. Такой умный. Наталья ему говорит, я пошла на работу. Я пошла на работу. Он знает эту команду. Ты меня жди. И вот он немножко погавкал, сейчас успокоился. Ну, а со мной все успокаиваются. Не так ли? Мы все смотрим. Мы все смотрим. И нам стало со Шкимом очень весело. Умный мальчик. Дашким. Севендин мяшким хабир, Лаки. Футбол как смотрит. Футбол. На работу, на работу. На работу, на работу ушла мама, да. Сейчас мама Света и папа Эндер, баба Эндер, а нем Света. Да, 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 потом гулять пойдем. Гулять мы пойдем, да, с мальчиком? Гулять мы пойдем. Видите, как он любит меня. Ой, акылым беним. Все, будем сейчас с ним играться. Друзья мои, вот так мы с Лаки, вроде бы нормально, вы знаете. Вроде бы нормально. Что я хочу вам показать? Посмотрите, какой... Красивый торт у меня, кекс вышел и очень вкусный. Сухофруктов и сверху я вам показывала абрикосы, да? Абрикоски. Что я готовлю сейчас? Ну, что я готовлю? Вот тут у меня плов есть, Ашкем поест. И делаю соте с грибами и с мясом. Я отварила мяско. Здесь оно у меня... с бульончиком и с пловом, а у меня вот специальная еда. Ай. Ждет Наталья. Лаки, но Лаки уже 2 раза пописил нам на ковер, я схожу с швабры, ну ничего, такие жертвы, конечно, ему трудно, никогда его мама не оставляла сейчас. Слезки в глазах или кажется. Лакушечка моя, солнышко, иди ко мне, иди к маме, иди, иди. Иди, мой зайчик, иди, ты не один, тебя любит Света. Тебя Света любит, мое солнышко. Мой песик красивый. Какой он красивый, вы видите, его подстригли. Будет сейчас на Ютубе любоваться вы.
им такой красивый мальчик. Лаки, давай, 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 служи, служи, служи. Давай, служи, служи. Команды надо, забыла я, Света. Лакуша, как делать? Ой, умничка, такой умный песик. Все, готовлю я кушать, а то скоро у меня вебинар. Наша первая прогулка с Лаки. Ну, нормально вышел, пока без проблем. Лакушенька, мой мальчик, кого ты увидел? Кого увидел там? Кого увидел? И мы с мужем погуляем вечером. Лу-лу. Ашкем говорит лу-лум, как смешно. Лаки, пошли, пошли гулять, гулять. Лаки. Лаки. Гулять, гулять, Лаки. Маму ищет. Вот так вот проходит наш вечер первый. Он не сводит взгляда с двери. Уже и так, я и так, а он все смотрит сюда. Иди, мой мальчик, иди, мой хороший. Видите, как он меня любит все-таки. Мне так жарко стало, что я раздела, сняла свитер. Лакушенька, солнышко, мама твоя придет скоро. Мама тоже должна отдохнуть от тебя. Ну, а Лаки, ну иди. Иди сюда ко мне. Иди, иди, иди. Давай, 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 давай. Лаки, какой вот умный. Лаки кушать не кушает. Садится, садится, садится. Вот видите, как бы ему не было плохо, он команды знает. Ты мое солнышко. Ты мой мальчик, такой тихолёсий, такой ты умница у нас, ты такой умница. Но он, мне кажется, нормально будет, нормально, ничего. Тоскует, ждет, конечно, обнюхал все стулья, где Наталья сидела сегодня. Немножко так поскулил, конечно, он не оставался никогда. Мама на работу пошла? На работу пошла мама. Да, ты такой умный. Работу. Она ему, когда уходила, говорит, я иду на работу. На работу. Ты должен понимать. На работу. Ой, зайчик. Не знаю, где он будет спать. С нами будет спать. Как будет спать. Но я надеюсь, что завтра день будет лучше. Да, Малаки? Завтра будет лучше, да? Ты мой зайчик, ты мой колёс, иди ко мне. Иди, мое солнышко, иди, мой холёсенький. Мой лакушенька, тебя все любят. И на ютубе любят такого умного мальчика. Смотрите, как стоит и смотрит, смотрите. На дверь. Ага. Ну, не придет мама сегодня. Все, пойдем спать. Пойдем спать. Я вам расскажу завтра утром, как мы спали, провели ночь. Хорошо? А сейчас всем спокойной ночи. И мы с Лаки будем спать. Не знаю, где мы будем спать с ним. Где он будет спать. Но я-то знаю, где он будет спать. А где Лаки будет спать, я вам завтра утром все расскажу. Пока-пока. Ой, ти боже мой. Ой, как он ляпки положил. Вы видите? Ашкем, как посмотри, Ашкем. Ашкем лапки положил. Ашкем насыл калкиор. Вы видите на это чудо? Ашкем. Инсан гиби. Калк. Инсан гиби калкиор. Кёпек гиби севьёр. Да. Ашкем хочет к нему дотронуться, но боится. А я его не боюсь. Он же дитё ещё маленькое. Халёси. Да, солнышко. Все, пошли спать. Спать пойдем, да? Спать. Да, да, спать надо. Все, пока-пока всем.